Одинцовские предприниматели активно поддерживают волонтерский центр «Единая Россия» Одинцовского округа в период пандемии. Бизнесмены закупают и доставляют продуктовые наборы нуждающимся, помогают в приобретении СИЗов, участвуют в обзвоне жителей и не только. По инициативе подмосковных единороссов был запущен сайт благодарности партнерам по борьбе с пандемией коронавируса «Волонтеры-50». Таким образом, региональное отделение партии решило отблагодарить все организации, которые с первых дней отозвались и сейчас продолжают оказывать помощь жителям. Суммарно с волонтерским центром «Единой России» по всей Московской области работают более 300 компаний и представителей бизнеса.